Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сегодня подает заявление об отставке. С раннего утра эта новость разнеслась по всем социальным сетям и информационным сайтам. Но официальной информации не было. Лишь к обеду глава Дагестана лично прокомментировал свой уход. Ума Ибрагимова продолжит тему. И вот это очередное подтверждение. Дыма без огня не бывает. Слухи о возможной отставке Рамазана Абдулатипова с каждым днем все активнее муссировались в обществе. Сегодня глава Дагестана заявил, что собирается написать заявление об отставке. Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Это фрагмент интервью Абдулатипова радиостанции «Говорит Москва». Журналисты дозвонились до главы и прямо спросили о слухах. В качестве основной причины своей отставки Рамазан Абдулатипов назвал свой почтенный возраст. 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем вопросам республика находится на подъеме. Она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находилась. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. И как тут не вспомнить послание главы Народному собранию в текущем году, когда Абдулатипов четко заявил всем присутствующим, что нужно оставить все разговоры об отставке, ведь его поддерживает президент страны. Вас уже снимали 48 раз с работы. На сегодняшнее число 52 раза. Это бесполезно, ребята. Не занимайтесь этим. Это вам не поручено. Ну, ко мне нормально относится президент страны, председатель правительства страны. Даже Аллах, иншаллах. Смотрите, какая погода, Впрочем, официальный комментарий пресс-служба главы республики пока не дает. В кулуарах власти, кажется, лишь занято обсуждением новости и гаданием, кто же будет следующим руководителем Дагестана. Ума Ибрагимова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. А вместе с этим один из министров Дагестана тоже подал в отставку, а именно министр по делам молодежи республики Арсен Гаджиев. Об этом он написал в своем инстаграм. Цитирую: «Рамазан Абдулатипов меня назначил, с ним я и ухожу».